Всем, девочки, огромнейший привет! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное блюдо, называется манты. Я очень люблю. Почему будем готовить? Потому что у меня появилась новая мантоварка. Я вам ее покажу. Все покажем, вместе распакуем, но это будет чуть позже. А сейчас я занимаюсь уже фаршем для начинка для наших мантов. Здесь у меня фарш. Я пропустила очень жирную, сочную часть говядины. Прям с жирком было, чтобы были сочные, жирненькие, вкусные манты. Дальше я пропустила где-то 4-5 головок лука. Вот так измельчила в пух и в прах. Но вы можете этого не делать, вы можете все это дело нарезать. Кому как нравится. Но мне нравится, когда все-таки в мясорубке. Я знаю, что многие делают еще просто ножом, а я делаю вот так. Хлебушек это я пропустила, чтобы мясорубку помыть, почистить, так сказать, сразу же, чтобы потом было ее легче мыть. Сейчас я сюда добавляю по вкусу соли, перца. Перца не жалеем, чтобы было перчено, жирненько, вкусненько, сочненько. И все тщательно перемешиваем. И наша начинка готова. Вот такое жирненькое мясо. Специально выбирала жирное мясо для мантов. Просто замешиваю фарш для мантов. И здесь у меня жирное мясо, как я уже сказала, и лук. Добавляю сюда черный молотый перчик. И надо будет сюда чуть попозже, когда я буду уже формировать манты, надо будет сюда накрошить одну картофелину. Две картофелины, не больше, девочки, чтобы картошкой не забивать вкус. Некоторые делают манты с тыквой. Я с тыквой не люблю. Смотрите, какой сочный, жирный, красивый фарш. Посмотрите. Даже если мы сюда добавим 3 картошки, мы это не испортим, потому что вот он какой. Именно это не жилки, это жир. Это будет все плавиться, это будет очень сочно. Вот что я хотела сказать. Давно я хотела приготовить манты, но никак руки не доходили. Долго мы ждали свою мантоварку. Так что будем вместе с вами распаковывать. Смотрите. Сюда, девочки, тесто для мантов делают каждый по-своему. Я делаю так. 1,5 чашки 200 миллилитров воды. Вода у меня, девочки, холодная. Далее сюда пойдет хорошая щепоточка соли. Добавляю сюда 2 куриных яйца. И муки, сколько возьмет наше тесто. Добавляю по чуть-чуть. И замешиваю. Я примерно добавлю. Ничего не просеиваю. Это у нас хорошая мука. Я в ней 100% уверена. Я никогда не просеиваю, девочки. Просеивали раньше муку, которая была в 50 килограмм. Ну, которая 50 килограмм весила. Вот, потому что в больших мешках она долго лежала, залеживалась. А эта мука у нас хорошая. И даже вот когда, например, кекс пеку, сколько раз я замечала, я бывала на просеянной муке выпекала выпечку и не на просеянной. И что вы думаете, какая-нибудь разница была у выпечки? Никакой. И бисквит я делала тоже, не просеивала муку, все прекрасно. Так, еще муки, видите, да, что муки не хватает. Добавляем. И замешиваем плотное, эластичное тесто.
перемешаю. Соли достаточно, перца тоже. Фарш у меня немножко постоял в холодильнике. Я немножко передохнула, потому что с утра на ногах уже подустала. Чуть-чуть отдохнула. Картошки немного, две картофелины такие крупненькие нарезала. Вот сейчас тщательно перемешаю. Если даже фарш останется, ничего страшного. Но я думаю, что не останется. Потому что я хочу много мантышек сделать. Так, добавила в фарш картофель. Теперь будем формировать и лепить манты. Ну все, поставила я манты. Ну не знаю, близко, не близко к друг другу, но по-моему близко. Но их так много получилось, что мне надо было все забить сразу за один раз. Посмотрим, что из этого получится. Кастрюля наполовину наполнила водичкой. Ждем минут 35. Посмотрите, какая красота получилась. Посмотрите, какая красота получилась. Какие они сочные, какие они, прямо сок из них течет. И тесто очень вкусное. Ребята, я всем вам рекомендую. Всем приятного аппетита!